Ой, Кать, привет, у тебя привет. Нет таблеток от живота. Блин, сейчас где-то были. Слушай, держи. Спасибо большое. Ой, Юль, а у тебя нет таблеток от живота? А, сейчас где-то были. Спасибо, Юль. Маша, что делать? Если человек потерял сознание, то незамедлительно нужно вызывать скорую помощь. Нужно проверить дыхание и пульс. Чтобы вызвать скорую помощь, нужно позвонить 103 или 112. Маша, тебе все хорошо? Мне плохо. Что? Давай, ой, ты мокрая. Что? Ты что-то принимала? Обезболивающее. Много? Две пачки.